Может, это мы?
Дорогие друзья, позвольте вручить грамоты
за активную жизненную позицию, любовь и преданность родному городу, родной земле. Вручается грамота Зряновой Анне. Активную жизненную позицию и преданность родному городу вручается почетная грамота Корчемкиной Елене. Также за активную жизненную позицию и преданность родному городу почетная грамота вручается Шмаковой Марии. Почетная грамота за активную жизненную позицию и преданность родному городу вручается молодому человеку Маточкину Александру. Ну, сегодня я думаю, что грамот будет немало еще. Дорогие друзья, еще раз обращаюсь к вам. Давайте встречаться чаще. Встречаться, думать вместе, собираться у фонтана, где угодно, на природе. Ваши предложения, ваши идеи мы всегда рассмотрим, всегда поддержим, если есть что-то позитивное, что-то новое, что-то увлекательное, что-то интересное. Успехов, всего доброго, счастья, здоровья вам всем! Тени,
года. Не только в учебе, они добиваются у всех успеха во всех своих начинаниях, умеют вести за собой других. И этих людей особенно хочется отметить в этот день. Я приглашаю человека-лидера, главу нашей администрации Татьяну Александровну Телицыну. Добрый вечер, дорогие друзья. Очень приятно вас всех здесь видеть, молодых и, как Жоли Кобылькин сказал, вечно молодых. Главное, чтобы ты был молод душой, а возраст, я уже считаю, что это совсем не главное. Поэтому с праздником вас! Как всем молодым, я, конечно, хочу пожелать любви тому, кому она еще не пришла. Кому она уже пришла, я хочу пожелать здоровья, ну и счастья в семейной жизни, к тому, кому уже пришла семья. Ну а вечно молодым я хочу пожелать внуков, также здоровых, умных и красивых. Ну и всем хочу пожелать оптимизма, надежды, успеха кому-то в учебе, кому-то в работе. Сегодня мы прекрасно понимаем, что молодежь – это наше будущее. Это будущее нашего района, будущее нашего города. И, конечно, администрация района старается всеми возможными способами в рамках своих полномочий поддержать молодежь. С этого года мы реализуем в нашем районе муниципальную целевую программу по поддержке молодых специалистов, по привлечению их в наш район. Начиная с третьего курса, всем студентам, кто у нас учится в сфере образования, здравоохранения, культуры, стипендии мы доплачиваем из местного бюджета 1000 рублей в месяц. Конечно, мы понимаем, что 1000 рублей – это не такая глобальная сумма, но, по крайней мере, мы начали выплачивать за полгода этого года. Мы уже, скажем так, исполнили свои обязательства, но и надеемся в следующем году увеличить эту доплату студентам. Также, наверное, все вы слышали, что активно в области обсуждается вопрос по строительству служебного жилья. Белохолуницкий район активно включился в эту программу. Ну и, в принципе, все наши предварительные процедуры мы уже провели. Ждем грандиозного строительства. Поздравляю еще раз всех с праздником. Здоровья, счастья, удачи, любви. Ну и сегодня хотелось бы вручить небольшие подарки самым активным, самым активным и инициативным. Итак, грамота вручается самой активной, молодой Перваковой Анастасии за активное участие в молодежной жизни района. Солодянкиной Марине за активное участие в молодежной жизни города и района. Грамота вручается Ильиной Анастасии за активное участие в молодежной жизни города и района. Еще раз всех с праздником, все награждаемые, я хотела бы отметить, очень красивые девушки, поэтому я вам желаю очень состоятельных молодых людей. С праздником! Прожитых лет.
будущего нет. Но как во мне горю.
Светлее, чище и благополучнее. Давайте будем чуточку внимательнее к нашему любимому городу, и тогда я уверен, что наше будущее будет таким же чистым и светлым, как лица этих беззаботных детей, которые сегодня здесь нас окружают. С праздником вас! Успехов вам во всем! Не мог не отметить самых активных помощников, которые помогают сделать наш город лучше. Грамота вручается ученикам государственной школы за помощь в благоустройстве города. Также грамоты вручаются ученикам ПУ-16 за помощь в благоустройстве города. Грамоты вручаются ученикам 10 А класса школы имени Валерия Ивановича Десяткова за помощь в благоустройстве города. Спасибо, с праздником! А для вас звучит музыкальный подарок «Перемена»! Чистый, самый звонкий, и бегут по теплым лужам босоногие девчонки, и уже других качают наши школьные качели. Школа, школа, я скучаю, как мы быстро повзрослели. Все летят ко мне с детства. Спокойно мою память не буду, а от них не деться. Я своих мужек школьных иногда еще встречаю. Я скучаю.
Твой звонок звенит украдкой, на душе моей из дома. За чистую тетрадкой все тепло взяты с дома. Напишу, о чем мечталась, ты купил со мною рядом. Школа, я скучаю, по тебе не говори. Все летит, как мне с детства. Беспокоит боль, память и труда. От них не деться. Я своих подружек, школьных иногда еще встречаю. А за это больно, школа, я скучаю. Вот на нашем празднике
я поздравляю с Днем Российской Молодежи. Как уже было сказано, молод тот, кто молод душой. Поэтому каждому из вас я желаю, чтобы в вашей жизни было много-много позитива, интересных встреч, радостных событий, чтобы каждый новый день нес что-то интересное и увлекательное. С праздником вас! И сегодня на этом празднике я хочу вручить официальный документ, личную книжку волонтера тем, кто нам также помогает на благоустройстве, на любых мероприятиях, как мы только кинем клич. И книжку волонтера я вручаю Сафонову Евгению Сергеевичу. На реконструкции детского городка. Спасибо вам, ребят. И сегодня я еще хотела бы сказать слова огромной благодарности Виа Перемена, Ивану Разницыну и всем-всем нашим исполнителям, юным исполнителям. Действительно, кто хорошо учится, тот успевает везде. И посещает разные кружки и секции. И замечательно поет. Спасибо вам, ребят, огромное. С праздником вас! Гуляет юность в этот день и радует народ. И даже если кто-то стар, припомнит день такой, как юным был и как мечтал о счастье всей душой. Пусть в этот день сияет свет и тает мгла, как дым. Ведь ничего прекрасней нет, быть просто молодым.